Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранка, и у нас с вами эпизод 7 «Стеклянные дома. Операция по поимке Кинга». Не принесла никаких явных зацепок на Доуза, если только Бумер не найдет пару-тройку улик в скачанных файлах. Итак, Бриллер, Кэмерон и Томас Марвин, у нас с вами подозреваемый с ордером на арест. У нас с вами Батя Филд. Тяжелая линия Hardline Production представляет прохождение на сложности ветеринар. Двигаемся дальше. Внимание на экран. Итак, у нас с вами загрузка, и мы с вами сейчас будем, ребятушки, накрывать всех возможных просто бандюков в этом мире. Игра в большинстве. Итак, продолжить. Ранее в Hardline. Ранее в Hardline. Создадим будущее правопорядка. Будущее правопорядка. Дилерский центр. Крыша корейской мафии. Я все же найду их. У нас там свой человек. Его давно. Ага. Банк набивает эти тачки наркотой. А парни Доуза отправляют поезда. Смотри, мы с Диглем там не ходили. Здесь этой наркоты на 10 миллионов пасов. Другая волна была нарисована. Ну да, уже забрал, красавчик. Бу-бух! Мука полетела по городу. Все это мы помним. Ну что ж, идем дальше. Нам что-нибудь новенькое. Тебе правда интересны технические штуки, которыми я сейчас занимаюсь? Нет. Вот и все. Видишь, как сразу баба отвалила. А чем ты с Battlefield 4 похож немножко? Что там такое? Приглашение на вечеринку. Отправили на Кангу. Еще интересный список получателей. Наполовину из них я работал. Написано, что вечеринка на горе Олимп. Кот, что ли, какой-то? Хочешь верь, хочешь нет, но это район. И тусовка сегодня вечером. О, класс. Проверим. Ты как за? Не очень тусовки люблю, но... Так уж и быть. Ради такого случая можно и наведаться в гости, почему нет? Я бы сказал, она старая. Итак, у нас с вами, ребята, тусовочка 30 FPS, как всегда. Тусовка в 30 FPS мне как-то не радует. Wi-Fi модуль. А это, походу, бомба, да? High voltage. Высокое напряжение. EMP. Где ты взяла эту штуку? Да что, где ее брать? Ага. Просто переносная бомба. Ну что ж, погнали, ребята. Попробуем проникнуть туда, но не через парадный вход. Если мы хотим проникнуть туда, нужно все делать скрытно. Ну да. Чей это дом? Нила Руарка. Стрёмный чувак. Так и сделаем. По уши в наркоте, оружие. В общем, тот, кто не прочь бы проспонсировать охрану Доуза. Я так думаю. Ничего удивительного. У него серьезная охрана, поэтому... Наркология. Опа, хорош. Я взяла это. Насчет тревоги не волнуйся, сеть отключена. Ага. Это просто аварийное освещение. Электричества нет. Поверь мне, Бумер знает свою работу. Ну окей, поверю. Так уж и быть. Ну-ка, оп, хорош. Давай габинской монтировкой Гордона Фримена. Мы на месте. Цель достигнута. Надо так. Придумать, куда поставить жучок. Бумер сказал, куда мне надо-то? Народу ехало навстречу. Давай поищем конференц-зал или кабинет. Подожди. А что, здесь нас не пустят через главный вход? А здесь закрыто. Ладно, давайте обойдем. Ну, если вечеринка намечалась, где все-то, ребята? Так, ладно. Давай открываем дверь. Сюда. Мне кажется, тест, или походу. Здесь слишком тихо. Если да. Стрелять не будем, то да. Так, здесь у нас все, походу, что-то спрятано. Почтовый, так, что такое у нас с тобой? Ну-ка. Этикеты отгрузки какие-то. Короче. Если бы слушай, на наздековские похожи, прикинь. Очень эти, такие... Точно не внизу. Накладные. Пошли наверх. Погнали. Как скажешь, подруга. Что за ушлепок может жить в таком месте? Тоже, тоже ж я. Ну да. Ему удивляться. Что у нас здесь с тобой, погоди, такое? Сейчас особо надо все исследовать, хотя, правда, мы без перчаток вообще сейчас здесь... Без перчаток, отпечаток пальцев здесь понаставляем 150 миллионов. Хорош. Бах! Нормально так головой, прикинь, грушу это ударится. Прикинь, как груша покатилась. Хорош. И затылком нормально, правда, нас у самого сейчас отфигачило. Ну ладно. Сейчас мы подожди. Да где все находится-то? Ладно.
Подожди, а может сюда надо было, нет? А, здесь некуда проходить, все. На второй этаж, скорее всего, надо. Даже не показывает, куда вверх, она только показывает по сторонам, лево-право. Сверху. Все. Так, давай смотрим. К черту этот дом. И виды из окон. Так, подожди. Сюда надо было, да? Давай, ну-ка, все. Какой богатый дом-то, прикинь, а? Так. А куда на... Как там пройти-то, алё? О! Извиняюсь, звук на телефоне не вырубила. Подозреваю, это твоё. Тогда встань. Ага. Лол. Во, кто-то идет. Ребята. Стой, слышал? Да, слышал. Через 2 часа, да? В сообщении Канга так было написано. Решили заранее просто заботиться. Во. Хорош. Жучок на месте. Валим. Ой. Чёрт. Ой. Свет включился. Пришлось пробовать генератор. Ничего, бывает. Все спрятались. О. А это кто такие? Просто думал, что в полночь. График изменили. А, во. Прошу, проходите, господа. Прикинь, чем-то на тра... Чем-то на Трампа похож, в красном костюме как-то мода приехал. Канг должен быть здесь. Канга нет. У него жена приболела. А, это же этот. Ей всего 25. Какие там болезни? Канг больше... Не знаю, я 25 себя чувствую на 58 лет. Мы собрались раньше. Я думал, ты должен защищать его. Мы обеспечивали несколько уровней защиты. Кто его? Ага. Ты? Я в этом не участвую. Господа, сядьте. Опа. Заткнитесь. Сейчас, походу, перестрелка будет. И дайте ему договорить. Знаете, парни, это не так уж и сложно. В Майами мы примеряли таких ушлепков, как вы. Все дела решали только так, переговорами. Так вот, нам не нужна твоя территория или продукция. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам... У тебя появляется доступ к этой сети. Я работал в Майами. Ох, Байден. Поэтому люблю видеть, когда наши местные светила начинают думать, как настоящие бизнесмены. В этом мафиозник, походу. Ну вот. А теперь, господа, ожидайте лимузин, забитый лучшими студентками-косметологами Голливуда. Пройдите в бум-бум комнату. Бум-бум-ком, тут вообще как бумкнет у них как раз таки взрывом. И будет там бум-бум. При помощи детонатора, скорее хочешь всего, да? Поговорить об этом? Тот, кто замочил Канга, возможно, мой старый друг. Мне нужно просто поговорить кое с кем. Сегодня позже вечером вернусь. Смею заверить, твои деньги будут храниться в моей святая святых. А, все нормально. Я думал, все сейчас друг дружку поперегрохают, когда обычно мафиозников добывают. Но, кажется, не так, ребята. Этот ублюдок здесь? Хай. Если вылезем в окно, то сможем догнать Забей его. Забей на Стоддарда, у меня идея. Что? Дай-ка телефон. На. Это Samsung, прикинь. Есть что-нибудь важное? Это Samsung. Про конфетки. Ха. Если положим этот телефон в один из портфелей, отследим его. Хочешь стащить грязные деньги Доуза, пока их не отмыли? Ага. О, так телефон-то ее спалят. Сам по себе. Что? Мне надо побеседовать с сержантом Стоддардом. Мы не сможем проскользнуть здесь вместе. Ха-ха-ха. Давай, интересно. Подтолкни меня. Пинка и под зад, дай. Тебе? Это личное. Пенделя. Личное? Есть. Ты помогла Доузу и Стоддарду упрятать меня на 3 года. Это не личное? Бывает что. Извини, что огорчила. Лол. Извини, что огорчила, а прикинь. Моя мать умерла, пока я был в тюрьме, Хай. Боженик. Знаешь что? Заткнись. Мне плевать на тебя. Вот так, правильно, бабе. Извини, говорит. Слышь, говорит, типа, сорян. Сорян. Я просто вообще угораю. Типа, сорян, ну, что обидела? Сел на 3 года посидеть. Ну да, типа, ну прости, что бывает. Вообще просто, ребят, я вообще
просто в ауте, прости. Здрасте. Ну а с тобой что? Они же не знают, что мы здесь. Но надо их задержать будет. Сейчас тут по-хорошему можно было бы спалить меня здесь. Угол обзора-то прямой получается, по идее. Оп, стоять. Чёрт, всё. Где-то 85. Всё. Примерно. Отдыхаем. Давай. Так, браток. Сделка со Стотбердом. Насколько это серьезно? Рорк серьезно берется. Всё, плохо тихо. Это. У таких копов чести нет. Сказал тот, кто жульничает в офисе. Сейчас мы к этим подойдем, смотри. Ух ты. Ребята. Просто шикарный экран, чувак. Да ладно, Дед Спайс, ни хрена себе, ты прикинь. Не опускать! Что? Опа, все, ребята, пауза, ладно, хватит. Ладно. Прикинь, что? В Дед Спайс играл. Да ладно. Вот это жесть вообще. Слушай, а можно я тоже сыграю? Погоди, в Дед Спайс в Battlefield, ну-ка. Мы с тобой проходить будем. Сейчас же ремейк выпускают первой части. Да, я возьму чипсонов, слушай, хочу похавать. Dead Space, серьезно, прикинь? А где вторая эта часть, алло? Че только первая и третья? Смотри, ты представляешь? Евпатий Обосранский. Компания, Visceral Games. Dead Space первая у нас с тобой, это... Так они во второй играют. Второй нет, подожди, это первый. По костюму не совсем понял, по-моему, это второй. Это Xbox? Ёлки, а чё у вас за система такая? Вот второй Dead Space они играют, я же сказал. Я же их знаю. Как распознать? Блин, вообще, слушай, тема. Как он так паузу успел быстро поставить, интересно. Кто попёрся-то? Эй, мужик. Не опускать! Всё. Да ладно тебе, чувак! Всё, доходился. Давай, доходяга. На тебе мордой в пол. С тремя затылками. Обдрестовали его. Все, спать. Просто надо быть аккуратным, потому что смогут спалить просто. Все, нормально. Ага. Когда это... девки-то приедут? Используй правильную терминологию. Секс-рабы. Извини. Когда слушай. Девки приедут? Через час. Очень жесткая терминология. Хотя, таких обычно шкурами называют, так что ничего удивительного, ребята. Полиция! Не дергаться! Всё, отдыхаем. Чёрт побери! И ты тоже давай. Его самое главное задержать надо. Опа! Все, мордой в пол. Свернули. Сколько, блин, у неё наручников-то с собой, а? Стоять! Стоять! Не опускай! Эй, твоя... Всё! Всё! Молчать! Вы имеете право хранить молчание и смотреть мордой в пол. Все. Так, что мы куда дальше идем? Подожди, на улицу с тобой надо было. Так, нас надо было улики найти, кстати говоря. Кто там у нас с тобой? Враги народа какие-то здесь сюда с тобой. Да что я стрелять не могу? Никто меня не взял. Да что за говно, а? Хотел двоих снять. Тут как мне теперь? Кого мне как его теперь задерживать? Кого-то я грохнул, да там уже. Нет, одного мы с тобой задержали. С тобой одного задержали, а второй... Подожди, а чё за лол вообще? А, лол! Прикинь, короче, мы с тобой на другую вообще локацию вышли. Эй, эй, эй! Руки вверх! Руки вверх! Полегче, ладно? Всё. Полегче, вот тебе и ладно. Понял, валяться. Ты имеешь право заткнуться. Так. Давай ищем. Так, что у нас с тобой там есть?
Всё, ребята. Вот вам и развлекушки. Какого чёрта? Дотанцевались? А? Пускай сюда идёт, сейчас будет. А сейчас вот так вот просто сделаем, смотри. И что теперь? Какого хрена? Сейчас подойдет сюда, сейчас мы его вырубим. Поближе подойдет. Не двигайся! Все. Опа. Полегче, ладно? Все. Скрутили. Смотрим, что тут. Ищите дальше. Никто не должен скрыться. Оп, спрятались. Эй, там проверили? Осмотрите все вокруг. Так они не могли меня заметить. Чё за бред? Да вы чё, охренели, что совсем? Ну и хрен бы с вами. На тебя. Всё, отдыхаем. Всё, чё такое, музыка ваша? Закончилась ваша музыка, свистопляска. Как там было? My Little Pony. В гоблинском переводе. Свистопляска, свистопляска. Простите. Где он? Никого нет. Все нормально. Успокойтесь, ребята. Все в порядке. Походу мы сейчас всех, наверное... А, один задержан. У нас второй остался. Всё, наконец-то. Достаньте этого ушлёпка. Попытаю удачу. Что такое, подожди? А вот и га! Бронекуртка полицейского. Он должен быть здесь. Куда он пропал? Давай! Там! Всё. Сейчас мы этого задержим, погоди. Где он? Кого нету, прикинь. Не с места! Стоять! Все, неждан. Как эти со спины зашел. Его тихо. Опа. Возвращайтесь по двору. Сейчас два ложка придут, смотри. Охренеть их там народу. Проверьте бар. Черт. Опа. Туда давай. Ёлки, сколько вас народу-то здесь, сюда. А? Я не знаю, короче, кого нас задерживать здесь. Но мы с тобой очень сильно люто лоханулись, потому что они вызвали подкрепление просто. С этим геймплеем вонючим. Опа. Не двигайся! Оп. Ладно. Все, отдыхаем. Здрасте! Все, спокойной ночи. Сюда! Пристрелите этого дурака! Попытаю удачу. Вижу да, его! Даже саундтреки закончились, прикинь уже, от этих, от их идиотизма. Чё, здрасте! Давай, вперед! Че страшного, бывает. Пошли. Давай, сквозь... Ты за текстурами-то свою ножку-то... Припрячь свою ножку-то. А то что-то она у тебя вылезает. Вижу его! Не можешь меня видеть. Я за стенкой стою. А вот и он, который надо было задержать. Как мне его задерживать? Куда он пропал? Все, его нету. Прикинь. Бежал. Походу, вот его надо было задержать. Сейчас самое главное его поймать и все. А все остальное уже будет неважно, ребята. Где он? Где он? Лоханулся, прикинь. Олкаш. Вот здесь сейчас сядем. Мы поймаем. Какого просто. Хрена? Стоять! Руки вверх! Опа, прикинь! Здрасте! А мы вас искали. Главного. Главного подозреваемого. Это он был? Да, это он. А почему я? В смысле? Эй, эй! В смысле? Это же куда он! Че мне, сначала надо было распознать, что ли? Стрелок! Я же его задержал, вот он, эй, Томас сюда. Марвин. Стрелок здесь.
Кто кого еще накрыл-то? Не к добру это. Всё. Смотрю, а куда смотреть-то? Все, сломали. Все, тревоги нету, никого нету. Вечеринка отменяется, ребята. Можете идти на покой. Кто там на меня такой? Все? Успокоился? Нет, походу не успокоился. У нас с тобой тревога. Короче, мы с тобой не нашли еще часть других улик. Хотя могли бы сейчас, конечно, походить, наверное, да? Так я понимаю. А хотя можем походить. Вот дерьмо. Задержали мы этого бомжа. Давай, доставай свою мобилу. Свой китайский. Лажафон. Коробка патронов СС-190. Это вот, по-моему, дробовик, правильно понимали, что это такое? Армор. Армор пирсинг. Прокол, короче. Бронированный прокол. Так, бомжа нужно исследовать. Кого надо исследовать? Давай, покажи мне. Кого надо исследовать-то? Вот же херня! Я понимаю тебя, братан, что все не очень-таки хорошо. Так, что у нас с тобой здесь? Флаги развиваются. На ветру. Куда смотреть-то? 7 метров показывает. Хеллоу! Блин, на потолке-то ничего нету, на крыше. Значит, здесь, скорее всего. Куда? О! Че за говно? Глушитель для винтовок. Ну и чё? А чё это за улик-то? У меня тоже глушитель для винтовок есть. Что теперь дальше-то? Кто хоть падает, ребята, с ваших? Реально, хоть стой, хоть падай просто. С твоих улик. Уже еще там было улики найти. Обосранные трусы после Dead Spice. Чё за говно, слышишь? Давай, во, хорош, прям полетели про какой-нибудь в лобешник. Бах! Бейсбол играть. Так, давай здесь посмотрим, что нас здесь ждет. Че это такое, баллон? И че, а че за улика? Бакет светочего газа. Ну, просто поплакать захотелось, не смогли поплакаться, решили поэтому завязать просто бакет светочего газа. Что-то у вас, ребята, кажется, стейки пережарились. Вам бы все-таки не мешало, наверное, я думаю. Цель достигнута. Дальше куда? Подбрось телефон. Куда? Так, найдена улика. Подожди. А, ага. У нас с тобой, видимо, на втором этаже это все дело. Подбрось телефон. Давай сейчас мы ему там все подбросим. Мы так подбросим, что мы его куда-нибудь сбросим. Так, у нас с тобой улицы, дороги. Кто там катает? Ты куда, блин, покатился? Ну, стоять бояться. Чё, ребята, носитесь? Не пойму. Бах! Ну, а им вообще-то всё равно. Текстуры какие-то ездят по воздуху. Непробиваемые. Да хорош, что уже полезли. Так, давай, на более высокий этаж, правильно понимаю? Ну да, правильно понимаю, вроде как. Так, что у нас с тобой такое здесь? Полотенце. Что у нас здесь? Что надо найти-то? Обосранные трусы? Кто дверь закрыл за нами? Как от... Как жать-то куда кнопку? Как играть? Где? Найти надо эту улику. Это говно, а взрывоопасное. Сральник. Куда надо смотреть-то, блин? Под кровать, что ли? Ну ш... Да дичь какая-то. Блин, бред просто.
Брось телефон сюда, наверное. Ух ты, хорош. Думаешь, не будут обыскивать, что сейчас возьмут, посмотрят, раз там мобила валяется. Значок биоса, что он там делает, непонятно. Все. Опа. Ты даже понятия не имеешь, кто я такой. О! Потому что если бы имел, ты Байден. Стал бы обворовывать меня. Серьезно? А может, мне совсем не страшно. Кто тебя обворовывает-то? Ты мексиканец. Старикан. Поэтому я полагаю, ты грабитель. А еще я полагаю, что ты не простой грабитель. Серьезно? В этом районе полно менее охраняемых домов. Капитан Очевидность. Ограбить мой. Не могу понять, почему? Никто тебя не грабит. Хотел проверить себя. Ну тогда продолжим испытание. Я нажал кнопку, и к тебе уже несется десяток укуренных психопатов с автоматами. Ага. Теперь страшно? Как не особо. Прикинь. По крайней мере отсюда. А да, очень умно. Ты отожмешь кнопку? Скажем так. Снимаю шляпу. Правда. Вам, думаю, вам двоим лучше забрать все бабки, которые только сможете унести, и быстро потратить их. Но купить на все эти деньги золото, чертову ага. яхту... Биткоины переведут. На тебе нахрен, старикан, понял, блин? Иди таблетки пей, а то получишь просто по жопе. Зашла проведать. Отключи тревогу. А, не получается. К тебе идут гости. Какая досада. Как это здорово. Нормально. О, слив. Черт. Смывайся. Черт. Берем оружие, тихо, автомат. Аккуратнее, ребята. На тебе. На тебе, пес старый. Укуренные психопаты. На тебе. Все, отдыхаем. Я тоже никого не вижу. На тебе. Дрынь отъехал. Все, хорош, ребята, справились. На тебе. На, с ноги. Все, спокойной ночи. Искупайся и помойся. Давно не мылся, как раз он. Помогли, так сказать. Ну, хоть с бумажками не надо будет возиться. Все. Нашла. Вдохнули. Я и не пыталась. Я знала, что тебе понадобится помощь. Ага. Спасибо, кстати. Пора идти. Так все-таки, что Доус и Стоддарт сделали тебе? Скажем так, я не была тем человеком, кто пользовался своим напарником. Справедливо. Просто, чтоб ты знал. Дело не в том, чтобы убить Доуза. Мне это не надо. Тогда в чем? Он говорит, а в чем-то? Он говорит, ладно, что за бред? Хочу разорить его. Ведь это то, чем он занимается. Он разоряет других. Ага. Справедливо. А Стоддарт? А Стоддарда можно просто грохнуть. Вот так вот. Думаю, еще подстрелишь его. Сегодня Стоддарт придет за нами. Окей, все что ли? Короче, выжить, цель достигнута, ага. Следующий раз будет суверенная земля. Томас Марвин, мы же его задержали, ну что за бред, ну чушь, блин. Короче, ладно, ребятушки, пока что на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание, до новых встреч, скоро не переключайтесь, будет очень много всего крутого, мне интересно, кроме, конечно, гайдов, летсплеев. И все классно, сможете идти на канал, скоро увидите, до новых встреч и пока-пока, с вами был Ширанка, не переключайтесь.